Самый живой искренний формат – это когда приходят незнакомые люди со своей проблемой, и мы их стараемся вместе решить. Еще если человек не стесняется об этом рассказать на большую аудиторию, это вдвойне приятно. Я вас приветствую. Компьютерная мастерская HPC где-то в подвалах города Белгорода. Все чисто по классике. Давайте что-нибудь сегодня замутим. Я забыл, как тебя зовут. Игорь зовут. Игорь, да, дружище, извини, только что спросил и тоже забыл. Игорь, ну давай расскажи, чем ты нам сегодня пришел. Мы еще ничего не смотрели, поэтому это будет прям, знаешь, самый сок. Не факт, что мы тебе поможем, но мы искренне постараемся. Вот за искренность я гарантирую, ремонт нет. Что за проблема? Собрал, так сказать, майнинг-ферму, но у меня она не запускается. То есть в целом ничего нет. Так, ты принес майнинг-ферму, вот это майнинг-ферма. Ну, видюхи я не все принес. У меня еще дома 3080 Supreme и 3080. Так ты майнер. Ну, хочу стать им. А, да. Ты хочешь стать. Это тот, знаешь, вы наблюдаете сейчас становление из обычного человека в майнера. Игорь, как раз-таки переходная модель, это когда ты только планируешь собрать. То есть это твоя первая ферма? Да. Кайф. Проблема начинается уже с первой фермы. И мы, кстати, тоже на этот момент можно подумать. Так, давай посмотрим, что ты принес нам. Ты принес нам SSD-шку на 120 гигов. В принципе, больше для фермы не нужно. Господи, сколько ты за мать эту отдал, скажи, пожалуйста. Она новая, что ли? Она прям мать выглядит как новая. Новая материнка? Отдал я за нее... Больше десятки, наверное. Нет, не больше. Не больше? 9, по-моему. 9 рублей. 9 рублей, посмотрите, что вы получаете. H110 чипсет, большое количество PCI-Express выходов для того, чтобы подключить ваши разерочки, и все у вас прекрасно запускается. Но материнская плата вообще шикарная, новая. И давай тут посмотрим, что мы с тобой имеем. Мы с тобой имеем одну планочку Radeon 4 гигабайта. Ух вы, экономщики экономные. Прям самый дешманский дешман, да? Лишь бы включалось и работало. Ну, в принципе, для этого не нужно. Какая проблема? Ты подсобрал, достаточно тут все просто, понятно. Блок у тебя, кстати, крутой. Ёшкин дрин, сколько блок стоил? 27. 27 тысяч рублей, Игорь! Дешевле не смог найти, чтобы подходящий. Не, ну вы слышали? Так, ты уже получаешь 27 плюс 9, это сколько? 36 тысяч, прямо, знаете, 36,6 температура. Моя температура, которая должна была быть, пока я не услышал цену на этот блок. И, конечно, да вот мне больше всего интересует вот эта штуковина. Цена? Ну, конечно, цена. Сколько стоит сейчас такая штука? Давай ее взглянем. Ну, смотри, точную цену я не помню, в районе 160 тысяч. 160 тысяч? Да. 3080 Ti? Ты ее брал новую, получается, да? Да. Ё-моё. Общую сумму на ферму я 564 тысячи. Объясни, зачем быть майнером, если ты уже миллионер? Я вот никогда это не понимал. Да. Обалдеть. И из денег сделать больше денег. Из денег больше делать денег. Ну, да, конечно. Это деньги должны приносить деньги. Давайте хоть, она тоже нульцевая, посмотрите, друзья, какая красота с пломбочками. MSI Ventus 3X 12 гигабайт. Вот такая лопатушка, которая должна приносить Игорю денежки. Но пока еще не приносит. Пока еще нет. Ладно, давай с тобой разбираться. На самом деле у тебя шикарнейший блок питания за 27 тысяч рублей, новая материнская плата. И почему-то это вообще все не стартует, мне это непонятно даже близко. Иди сюда, мы сразу попробуем с тобой разобраться, что с этим. Ты все сам подсобирал, правильно? Да. Ну, хорошо. Я, знаешь, даже пока не твой блок питания подключу, потому что мне страшно, не дай бог, с ним что-то произойдет, я потом с тобой не расплачусь никогда. А вот эту малышку, она, не знаю, 5 лет уже с верой и правдой работает и никогда меня не подводил. Вот мы ей просто стартанем твою основу. А, ты, получается, просто вот все воткнул и старту нету, да? Да. На кнопку не реагирует никак? Никак не реагирует. Ты расстроился в этот момент? Расстроился. Что ты внутри ощутил? Ну, хотелось, чтобы сразу все запустилось, чтобы и все было прекрасно. И сразу начало майнить. Сколько, скажи, пожалуйста, подожди, сколько у тебя 3080 видюх? Три получается. Три штуки? Одна Ti, обычная просто Ventus и Supreme. Мамочка, ты родная. То есть ты вложил больше 500 тысяч рублей просто в одни видюхи? Ну, во все вложил. Ну, можно сказать, и в одни видюхи. Я в шоке просто, ну ладно. Так, завидовать, как говорится, не вредно, да? А тебе не кажется, что, знаешь, существует, знаешь, когда рано или там поздно вкладывается, ты намерен на долгосрок или как? Ты хочешь быстренько стрягануть баблица, потом продать видюхи, или ты прям, знаешь, хочешь погрузиться в эту тему? Не, погрузиться. Погрузиться. Ну, вообще, как пойдет, то есть загадывать наперед нельзя. Ну, хорошо. Так, ну давай, и на всякий случай, если вдруг у нас пойдет картинка, я вставлю и такую штучку тоже. И с тобой давай замкнем кнопочки. Блок запищал мой. Так, ну давай. Так. А ты говоришь, на кнопку не реагирует? Может, дело в блоке. Ну, давай так, не будем тоже, как говоришь, загадывать. Нам главное загрузиться, увидеть с тобой картиночку, и все. И мы уже спокойны будем.
Да, слушай, ну я тебя поздравляю. Работает, спасибо. Я тебя поздравляю, хотя бы основа, хотя ты говорил, по-моему, как принес то, что ты там что-то проц тяжело всовывал, да? Да. Ну, хоть ты и тяжело его всунул, но... Ну, работает, по крайней мере. Работает, слава богу. Соответственно, дружище, давай мы с тобой сразу будем. Никитос тут какую-то информацию мне подавал, да? Краем глаза, да? Очень на поверхности. Так как я имел очень много дела с пунктными блоками за последнее время. Ага. То есть ты мне, Никитос, говоришь, что тут может быть что-то у нас другое, да? Да. Так. Давай посмотрим с тобой. Знаешь, что я чувствую? Ты правильно. Да, да, все. Игорек, ну не так все страшно. Не так все на самом деле страшно. Вот, как минимум, вот эти вот моменты, смотри, то, что ты повключал, это немножко, как минимум, не той стороной, потому что вот это направляется в видюху, вот, а вот это вот ПСУ, Power Supply Unit, это блок питания. То есть, как минимум, вот такие вот банальные моменты ты немножко мазанул не в ту степь. И еще мне очень интересно посмотреть, где у нас питание ЦПУ, потому что... Вот и питание ЦПУ. Оно нормально. Да. У нас бодрячком, хотя формально, ну давай, ладно. Давай мы сейчас все лишнее, все, что нас смущает. Слушай, ну, вот и, собственно, вот и порешали. Я надеюсь, все остальное у нас... Именно поэтому зеркальные коннекторы подсоединялись, и блок просто там, где питание у нас земля, там, где земля у нас там питание, и блок, конечно, пойдет в казать. Давай-ка теперь подключим твою тему. Оп! Я тебе дал в колен. Кому? Женьку. О, господи, я думал, ты мне такое говоришь, я думал, за что? За что? Так-с. Ну, если сейчас Соник умер, то это... Вот. Ну, у нас, да, надежда на то, что ты пока это все дело включал вверх тормашками, дружище, естественно, зеркально меняя местами все пины, то у нас несколько реакций. Поскольку блок 27 тысяч рублей стоит, он достаточно умный. Ну, то есть он не такой, что, знаешь, там прям напрямую у него все идет. То есть он должен был сам себя так или иначе защищать. И старт есть. Угу, это хорошо. Это хорошо. Рискнем 3080 твоей видео. Рискнем. Давай, было. Если что, на твоей сразу я тебе говорю. На твоей так. Да, дома еще есть. Две штуки, да? Да. Что там еще? Никитос, давай видюха. Игорь, да, давай. Твоя ж красота. Мы сейчас сразу с тобой запитаем, и все, и у нас раз, два, опля. Соответственно, Игорь, если сейчас у нас все запустится, я тебе могу единственное, что пожелать в таком, поскольку ты обладаешь большим потенциалом с точки зрения инвестиций в крипту, надо будет просто чуть-чуть будет поаккуратнее, повнимательнее себе такие моменты настроить, потому что на самом деле таким телодвижением можно убить вообще себе все. Вплоть до видеокарты, блока питания, и, ну, то есть это очень неприятные моменты. Тебя только спасет, знаешь, то есть играем в рулетку в данном случае, поэтому лучше не рисковать. И вот сейчас эти моменты запомнил, то, что там все четко на самом деле у тебя подписано, Сисоник, они, ребята, достаточно грамотные, и ничего плохого не творят. Давай стартанем. Закрутились. Ну и могу тебя наверняка сейчас, если картиночка у нас будет, успешно поздравить с тем, что да, твоя первая майнинг-ферма официально теперь собрана. Слава богу, что ничего не серьезно, потому что я, честно говоря, предполагал, как ты зашел с первых твоих фраз, то, что у тебя там что-то, ты погнул там сокет, либо еще, когда ты просто сильно вставлял. Но здесь, да, действительно, у нас дело оказалось в том, что ты на куревертил с блоком питания за 27 тысяч рублей, но ничего страшного, все запустилось, соответственно, вставляем розерочки, только не путай ничего местами, чтобы не спалить твое дорогущее железо. Вот. Хорошо. Ну и давай дай себе обещание. Знаешь, это всегда интересно смотреть, поскольку мы это видео в историю. Сейчас у нас, когда этот ролик снимаем? Мы снимаем этот ролик 6-го, да? Сейчас 6-е число? 8-е. Как 8-е? 7-е. 7-е? Сегодня 7-е. 7-е августа 2021 года. Что хотел сказать-то? А, да, 7 августа 2021 года. Обещание с точки зрения майнинг-фирмы. Какой у тебя вообще план? То есть, что ты планируешь через год? Если все идет по плану, то закупать еще видеокарты и развиваться дальше. Ты подсчитывал мораль? Ты это дома У меня до этого друг занимается вот с начала зимы где-то. Угу.
И я с ним так пообщался, мне стало это дома это интересно. Планируешь делать? Да, это дома. Или вот эти все моменты, ну хорошо, сколько у тебя ты планируешь, чтобы одна видюха такая приносила? За вычетом электричества, ты, если ты, ты прикинул. Ну, рублей 300 в день. 300 рублей в день? Да. Три таких видюхи, ну, грубо говоря, там 900 рублей-1000 в день да. будет приносить. То есть в месяц 30 тысяч рублей фирма приносит. Да. То есть что подвить твои 600 тысяч рублей, это нам сколько понадобится, получается, 20 месяцев? 20 месяцев. Ну, то есть два года оно будет только само себя отбивать. И при этом за ней нужно будет ухаживать, это уже с вычетом электричества. Да. И спустя два года ты уже тогда будешь действительно вылетать в плюс. Да. Ну что ж, посмотрим, как из этого все получится. На самом деле, я всегда, знаешь, меня вдохновляют такие истории, когда люди что-то делают, инвестируют, тем более столько денег ты потратил. Надеюсь, все у тебя будет хорошо, и пусть твоя фирма приносит тебе пользу. Я, конечно, сильно глубоко не вникаю в эту тему, просто мне приятно наблюдать за людьми, которые, знаешь, стараются хоть что-то делать. Все, спасибо, Игорь, что посмотрел. Это тебе, естественно, все в подарок от нашего заведения. Тут у тебя ничего критичного не было, поэтому... Надеюсь, у тебя что-то получится. Спасибо, вот. Что помогли все-таки. Не вопрос. Можете смело написать в комментариях, как мы помогаем майнерам теперь, друзья, да? Но, как показывает практика, в основном это простые ребята, которые хотят жить и кушать. Да, Игорь? Все верно. И собирать хорошие железки, чтобы они приносили хорошие вещи. Пока-пока. Mm-hmm.